В соответствии с проектом, набережная Европа будет включать в себя многофункциональный комплекс строений и дворец танцев Бориса Эйфмана. Территория, которую разрабатывает ВТБ Девелопмент, находится в границах набережной реки Малая Нева, переулка Талалихина, западной части площади Академика Лихачева и проспекта Добролюбова. В комплексе будет находиться элитная жилая недвижимость, коммерческие здания, гостиницы и объекты социального назначения. Финансирование проекта по разработке территории осуществляет Банк ВТБ. Инвестором проекта выступает ООО «Петербург-Сити». Заказчик по проектированию – «Инвестконсалт». Объем инвестиций в проект до конца неизвестен, но по данным СМИ может достичь 2 миллиардов долларов. Один квадратный метр жилья в многофункциональном комплексе может стоить в пределах 10-15 тысяч евро.